А ты собираешь марки? Нет, я их только продаю. Я их покупаю и продаю. Да. Мы делаем бизнес, делаем тапки. Продадим марки, и что мы сделаем? Уедем в Египет. Вот это я понимаю. А вот смотри, какая некрасивая. Это кто такая, Волга? Не, или Волга. Волга. Волга, 21-я, да. Ты узнаешь ее из тысячи. Смотри, какие вот с микроскопом, блин, Пастер. У меня в Днепре есть улица Пастера. У нас тоже есть улица Пастера. Да ты что? Там у нас находится большая науковая библиотека одесская. А у нас шаурма на Пастера. Шаурма на Пастера, да. 80 гривен штучка самая нарядная. Да, вон москвич красный. Ну какой красивый. Ого, а это что здесь... это такое вообще? Что это? Целый блок. Блок чего? Блок марок. Не, а что тут такое изображено? Нескрытый. Нескрытый? Не разорванный, а целый блок. Кубинский? Кубинский блок марок. А кто это? Носорог, акапи, верблюды, газели. Кого тут только нет. А это что за курочка? Это птичка. А это кто такая? Это газель. А вот это кто такое? Носорог. А вот это? Акапи. А вот это что за синяя точка? Возможно, это озеро. Кубинское озеро? Это озеро Виктория. Виктория? Виктория, отзовитесь в комментариях, пожалуйста. Ого-го! Это тоже блоки? Да, блоки. Или это кто-то другие? А вот смотри, Лев, мой стиль, называй меня мой тигр, никаких шуток, никаких игр. Это Ратамир, да, поет? Или Тимати? Ну встань на четвереньки, я твой ковбой, легендарный плейбой или просто герой. Не, не слышал? Нет. Ну Тимати. И последняя страничка. Ого, смотри. Красиво. Глянь. Тигрица грызет кого? Газель. Газельку. Вкусно. Ого, а это что за кошка такая злая, глянь? Рысь. Рысь? Рысь. Слушай, ну вот эти вообще чудесные, да, какие-то это живые. Это очень красиво, мне нравится. Голубая красивая палитра. Да. Песня. Просто. Game over.